Всем наидобрейшего денечка. Навожу порядок здесь на участке. И вот здесь вот куст гортензии. Правда, он не цвел еще у меня. Но он в том году был забит сорняками. То есть я его освободил. И вот здесь вот что-то растет. Я, честно говоря, даже не знаю, что это. И как-то вот все равно вот так вот не очень опрятно это все выглядит. А у меня есть вот такие вот полубревнышки, можно сказать. Они тоже у меня пропитаны маслом льняным, чтобы меньше от влаги портились. И сейчас хочу какое-нибудь простое сделать ограждение, но просто чтобы вид стал более опрятным. Вот так вот приложила, и уже так более выглядит эстетично. И сейчас просто вот этим вот клеем из Fix Price волшебный, я им в последнее время все клею, просто их немножко приклею друг с другом, и уже будет более-менее симпатичненько. Ну и вот как получилось, грубо говоря, за 2 минутки. Ну, конечно, не считая то время, что я промасливала это все. Но вот у меня есть такие маленькие палочки есть. Тоже что-нибудь придумаю с ними. Ну и сейчас уже более-менее смотрится, вообще хоть видно, где это растение. Ну и получается, вписывается в общую концепцию и с этой клумбой, и с той дальней. Вот потихонечку вот эти все дырки заделаю. Буду что-то думать и с этими маленькими палочками, потому что у меня их много. Тоже, может, что-то придумаю. И надеюсь, что времени хватит скоро все это облагородить. Ну, товарищи хвостатые, помогать. Фея, феюшка, зачем грызть уже сразу же, а? Бревнышко слишком большое для тебя, не унесешь. В общем, тоже, в принципе, как вариант. И небольшое заграждение, но и выглядит более опрятно. Ну, а всем хороших садовых дел, творческих успехов, идей всяких разных, интересных. Будем давать друг другу советы. Всем хорошей весны.